Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые телезрители! Мы находимся в студии интернет ТВ Чикаго. И сегодня для вас работает Марина Елизарова и Майкл Мелехов. Сегодня мы поговорим о том, что говорят люди, которые не в теме, пользуясь услугами, в кавычках, услугами прессы, пользуясь услугами каких-то вообще слухов, идут какие-то такие разговоры закулисные, что происходит после того, как в Соединенных Штатах выбрали нового президента Дональда Трампа. В частности, сегодня я узнал для себя новость о том, что доллар исчезнет как валюта уже в январе месяце. Действительно исчезнет? Должен разочаровать тех, кто пользуется этими слухами, и тех, кто их поддерживает. Не исчезнет эта валюта. Заявляю со всей ответственностью, поскольку в этом деле я как раз специалист. Более 20 лет я работаю на фондовых рынках. Я был портфолио-менеджером. И, в общем-то, сейчас практически трейдер. И образовываю, так сказать, людей в разных частях земного шара. Ну, если мы говорим о долларе, то это все относится к тому, что он называет Форекс. Что самое интересное, это Форекс, понятие такое, очень и очень принято на территории России и Украины, на постсоветском пространстве и в Европе. Но ведь Форекс произошел от двух слов. Foreign exchange. Почему тогда foreign? Foreign – это иностранный по-английски. То есть придумано это было у нас здесь, в Соединенных Штатах. А все то, что за пределами Соединенных Штатов, это все foreign для американцев. Американцы, как известно, патриоты своей страны, защищают свою страну, даже на нее, если на нее никто не нападает. Это тема другая, но если мы говорим о Форекс, то exchange – это валютный рынок, это валюта. Так вот, прежде чем доллар исчезнет, то есть, как говорится, крахнет, на самом деле он пойдет значительно выше. То есть это будет означать, и графики могут это доказать, мы это приведем, то есть те люди, которые будут смотреть это в записи, эту программу, они смогут ознакомиться с этим. То есть получается как, если доллар идет вверх, а в условных единицах сегодня это уже 100, это означает, что в принципе, скажем, по отношению к евро, а евро сегодня 1.08, 1.07 там чем-то. То есть они должны как-то сравняться. Более того, если доллар пойдет выше, евро пойдет, соответственно, ниже, это будет меньше. То есть за последние сколько, 16-17 лет, когда начало трейдиться евро, вообще вошло в обиход такое понятие евро, на такой низкой отметке оно еще не будет, то есть оно будет попозже, поэтому доллар не пропадет. Но существуют действительно прогнозы, предсказания, мы сейчас об этом с Мариной поговорим, которые говорят о том, что в связи с тем, то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах и в мире с выбором президента, будут происходить совершенно невиданные и невероятные вещи. И вот это уже не слухи. А это кстати, уже, мы же да, перешли уже, прогнозы. Эпоху прогнозов по поводу Омера. Когда у нас в эфире, я помню, в эфире, радиоэфире Чикаго выступал человек, который с полной уверенностью говорил, что вот еще год, и Канада, Мексика и Америка объединятся в одну страну, и в этой стране будет валюта Омера. И были даже продемонстрированы какие-то фотографии предполагаемой будущей валюты, которую якобы уже печатали. Я не знаю, я при этом не стояла со свечой однозначно. Это что, новый тур старых баек? Или это что-то новенькое все-таки? Это на самом деле что-то революционное и что-то новое, которое действительно каждый раз происходит. То есть мы находимся в таком цикле, когда на переходе эпох, к примеру, сейчас там, если астрологически, это эпоха рыб сменилась, у нас, допустим, эпоха Водолея, и все где-то как-то должно меняться. Кто-то считает, что это переход какой-то, квантовый скачок и так далее. То есть есть в этом какая-то сермяжная, как говорится, правда.
потому что как валюта, как доллар, она в принципе себя, можно сказать, изжила, с моей точки зрения, потому что печатается, как будто там no tomorrow, да, как говорится, печатается эта денежная масса, которая не подкреплена совершенно никакими твердыми ценностями. То есть просто печатаются эти деньги и все. Но они печатаются на самом деле не только в Соединенных Штатах. Но вот по поводу Мексики, это очень как бы такой странный, может быть, какая-то вещь, просто по ассоциации с Дональдом Трампом, который сказал, что построит стену, и всех выдворит, скажем, нелегальных иммигрантов, которые просачиваются в разными путями на территории Соединенных Штатов, в основном с Мексики, то тогда это уже, наверное, этот вопрос достаточно будет неактуален. Ну, версия была на самом деле очень интересная, и я, в общем, на переломе времен могу к ней вернуться, потому что версия, собственно говоря, вот такого какого-то чудовищного перестройки на нашем континенте, она не так глупа, потому что в ней тогда, когда эта версия озвучивалась, мне говорилось, что интеллектуальная, скажем, элита соберется в основном в Канаде и в Северной Америке. Америка, которая славится великолепными условиями для земледелия, станет в общем по большей части источником вот продукции, которая будет производиться, а Мексика будет поставлять рабочие руки. И, собственно говоря, а почему, почему такой шок, когда страны и так, в общем, примерно так и взаимодействуют? Мы когда переходим границу с Канадой, ну что я буду рассказывать? Это бывает абсолютно смешно. Я как-то говорила, слушайте, не перевезти ли пару трупов какую-нибудь контрабанду? То есть, ну, нас даже не досматривают. Мы даем свои паспорта, проверяют так очень, в общем, как-то легко, и переезжаем мы очень легко. Ну да, США, Канада, на самом деле, это довольно-таки, все похоже, не считая французскую Канаду, конечно, ну, если говорить да, о, про английскую Канаду, то язык практически такой же, ну, и, там нету даже какого-то особого различия в сленге. Да, кстати, если у вас языка. Есть грин-карта или есть паспорт Америки, вы должны знать, что для вас Канада открыта абсолютно. То есть вот очень часто бывает ситуация, когда мы пытаемся взять отель, зарезервировать отель, и мы решаем, на какой стороне мы останавливаемся, на канадской или на американской, потому что на канадской может быть дешевле. То есть да. Такие вещи случаются, и это действительно то, как страны взаимодействуют. Я вообще удивляюсь, что мы еще не объединились. Ну, кстати, на это есть какие-то, может быть, к этому предпосылки, основанные на каких-то прогнозах, предсказаниях. А насколько вообще можно прогнозам и предсказаниям доверять в этом случае? Ну вот мы, здравые люди, выросшие в таком атеистическом отношении к происходящим вещам, и, допустим, там относимся одиозно к всевозможным гадалкам и предсказателям, и вы знаете, достаточно сказать, что вот человек занимается там гаданием, чтобы все так, ну, испытывая все-таки определенный, я бы сказала, закадровый интерес, перестали общаться с человеком на официальном уровне. То есть, на самом деле, вот насколько предсказанию можно доверять? Слушайте, это инструмент или не инструмент? У нас вот столько социальных институтов, которые делают какие-то тесты, опросы, в общем, дармоедов, которые занимаются вычислением на каких-то совершенно построением каких-то умозрительных схем, но, тем не менее, они используют некий инструментарий. И вот то, что мы наблюдали сегодня, вот провалились всем хором, дружно, то есть, что ж получается, теперь нам к гадалкам ходить? Дело в том, что подоплека этого вопроса вообще о гадалках и о предсказателях, и о прогнозистах тянется очень и очень далеко вглубь веков. На самом деле, как я обычно говорю, еще до исторических мамонтов было время, ведическое время, когда люди, практически все люди, обладали очень и очень серьезными способностями, которые сегодня называют экстрасенсорные способности. То есть это называлось тогда мистические совершенства. Их было на самом деле аж 92. Ну, известны всем 18 на сегодняшний день. И вот отголоски, скажем, тех мистических якобы совершенств, которыми обладали очень многие люди на Земле, сегодня являются вот эти самые ясновидящие, гадалки, предсказатели и так далее. А вы в них верите, Майкл?
Я лично не то что верю, я могу сказать, даже я это знаю. Причем мы все, в принципе, обладаем какими-то способностями, я тоже, кстати. Они у меня не в такой степени развиты, что я могу предсказывать, но если мне уже что-то там, скажем, где-то там привиделось, приснилось, то это практически всегда так, оно и есть. И я беседую с очень интересными людьми, но я отношусь к этому индифферентно, будем так говорить. Почему? Потому что если я веду какие-то программы, я не могу выражать, если меня не спрашивают, свою точку зрения. И я как-то со стороны это наблюдаю, все-таки посещая там разные заморские страны, я общался с такими людьми и продолжаю с ними общаться. И вот я это проверял. Это совершенно, совершенно невероятные вещи, которые запротоколированы, зафиксированы и так далее. И вот совсем недавно, ну, полгода тому назад, к примеру, я вел программу с астрологом, известным российским астрологом, который сказал, по его прогнозам, не предсказаниям, прогнозам, победит Дональд Трамп. Он базируется на своей методике, ну, можно сказать, уникальная методика. И многие сказали, ну, Марина, и вы говорили о том, что победит. То есть интуиция у нас у всех есть. Это то, что называется gut feeling. А астрологи – это другие люди. В принципе, им, так сказать, доверять своим ощущениям и интуиции очень опасно, потому что если они ошибятся, они знают, существовало не то, что поверье, а существовал чуть ли не закон такой, он и сейчас существует на Востоке. Если астролог, скажем, видя что-то плохое в карте, они, в принципе, видят, об этом расскажет человеку, который пришел к нему на консультацию, и это, не дай бог, не сбудется, точнее, ну да, не сбудется, то есть он ошибся, тогда человек рождается, это астролог, в следующей жизни слепым. Ну, никто, естественно, не хочет родиться слепым, поэтому им, так сказать, негласно, неофициально они об этом не говорят. Если об этом говорят, типа гадалки, вот они и есть гадалки, цыганки, они говорят, потому что мотивация у них совсем другая. Мотивация у них, как мы знаем, это деньги, а у астрологов все-таки немножко по-другому. Я имею в виду настоящих астрологов. Поэтому такое предсказание было, что самое интересное, я присутствовал в эту ночь, когда были выборы, и я видел, как реагируют финансовые рынки на перевес вначале Клинтон, а потом Дональд Трамп. Я могу сказать, значит, то есть, что происходит? Если побеждает Клинтон, и причем это было в воскресенье, а во вторник были выборы, накануне, когда ее ФБР, FBI очистила от подозрений о том, что там хранятся в ее имейлах, хранятся какая-то компрометирующая информация, то резко поднялся все фондовые рынки, поднялись вверх, поднялся вверх доллар, поднялся, подскочил вверх очень серьезно весь индексовый рынок Соединенных Штатов, соответственно, и другие рынки мировые тоже поднялись вверх. И вот, то есть получается как? Деньги давали под, банки дают деньги под Клинтон. Подождите, так что же получилось, что когда начал побеждать Трамп, все индексы пошли вниз? Вот здесь и парадокс. Вот это лишний раз доказывает о том, что та информация, которую мы получаем, эта информация кому-то надо, нам ее дать, и это полностью спекуляция, полностью манипуляция. Я присутствовал при этом, я 20 с лишним лет этим занимаюсь, то есть я знаю, но я предполагал, как оно может пойти, поэтому я, кстати, получил свои бенефиты. Но как оно было? То есть побеждает Клинтон, и все ползет вверх, резко-резко, 200. Dow Jones, индекс Dow Jones был в один момент плюс 270. Плюс 270. Это на момент, когда Клинтон была. И вдруг начинает побеждать Трамп. То есть положение выравнивается, и индекс, естественно, начинает ползти вниз. Он ползет неуклонно вниз. Вот уже плюс 100, вот уже 0, вот уже минус 100, минус 200, минус 500, минус 850. И в это время объявляет, то есть это электронное голосование, да, как мы знаем. То есть надо было набрать 275 электронных голосов. И вот уже видно о том, что Трамп побеждает, о том, что он уже победил. Что происходит? Вместо того, чтобы celebrate, праздновать победу, ну, фондовых этих рынков, все разворачивается и идет резко в другую сторону. Совершенно не... То есть против логики. Золото, которое было плюс 50,
летит по страшной силе вниз, уже минус 30. То есть, что такое падение $80 за одну унцию? Это 8 тысяч долларов на одном контракте. Майкл, тогда, если можно, вот в нескольких словах, очень просто, без ссылок на имена и авторитеты, что вы видите в ближайшем будущем Америки? Что вы видите в ближайшем будущем доллара? Потому что очень многих людей это интересует. Ваше видение. Ну, мое личное видение как технического аналиста о том, что доллар будет достаточно высоко. Это будет 100 уже есть, хотя было 95, будет 105-108. Это будет означать, что евро пойдет резко вниз, евро будет, возможно, даже меньше, чем доллар стоит, доллар будет дороже. Это означает о том, что рубль, то, что интересует очень многих людей, которые проживают в России, российский рубль, он пойдет по отношению к доллару, ну, так сказать, вниз. Если сегодня это было 66, а еще 3 дня назад было 62, то он будет выше, даже чем было когда-то, выше 80. То есть, если это обобщить, я так понимаю, что слухи о смерти доллара можно считать несколько преждевременными. И храните ваши денежные запасы в надежных валютах. Да, ну, это часть этой программы мы, наверное, сейчас закончим, а потом продолжим, вернемся уже в следующем нашей... В следующем сегменте нашей передачи. В следующем сегменте, да. Спасибо. Спасибо.